Смотрите в пятницу 1 декабря в 18:15 программу о животных «Хочу домой» на телеканале «Самарагист». Вы увидите видеовизитки одной кошки и двум замечательным собакам. Ищем хороших, добрых и ответственных владельцев. Заберите собаку или кошку из приюта. Продолжаем репортаж о влечении собаками, семинары, конкурсы и послушание на выставке «Друг человека». И гость в студии, руководитель подрядной организации по отлову и содержанию животных, ветеринарного центра «Флагман Вет» Инна Тарасенко. Подводим итоги года. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самарагист» в пятницу 1 декабря в 18:15.